Взбодриться в ненастную погоду поможет физкультура. А для тех, у кого не хватает мотивации, в Ханты-Мансийске проводят зарядку с чемпионом. В этот раз наш мобильный репортер Дмитрий Пришвицын получил заряд бодрости от чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова. Сегодня по-настоящему добрейшее утречко, потому что мы на зарядке с чемпионом, и Руслан Проводников даст нам заряд бодрости на весь день. Сейчас нам предлагают посоревноваться в подтягиваниях. Я думаю, я тоже не останусь в стороне и приму в этой эстафете участие. Есть такое выражение: для того, чтобы поступать правильно, нужно иметь волю и характер. И вот для того, чтобы волю и характер закалить их, это вот нужно, несмотря ни на что, несмотря на какие трудности и проблемы, заставлять себя вставать с теплой кровати и выходить в любую погоду. Даже просто прогуляться, даже просто выйти, заставить себя. То есть благодаря этому вот, будешь закалять волю и характер. Благодаря чему потом для тебя никаких не будет трудностей и препятствий. Впечатление самое лучшее у меня. Утро с чемпионом тоже очень прекрасное прошло. Было очень весело, задорно. Я не знаю, очень бодрое утро, несмотря на дождь, но мы так взбодрились, так зарядились, так повеселились. Вот почаще бы таких было бы, не знаю, утрешних дней в нашей жизни. Было бы вообще здорово. Всем хорошего и доброго настроения. И всем добра! Спасибо. Вот такое самое настоящее утро с чемпионом. Друзья, всем удачи. С вами был Дмитрий Пришвицын, специально для телерадиокомпании «Югра».